Ну что ж, я вас приветствую! Подарки – самое лучшее, что может быть в этой игре. Многие открывают их пачками, многие открывают их сотнями. Хотел, пока не началось вообще открытие всех подарков, передать большой привет Крейзику. Ну, дружбан, в следующий раз пиши видос. 10 тысяч рублей слить на подарки и не выкачать все на фул – это просто пиздец. Ну вот, прости меня, конечно, за маты. Ну а сейчас от самого херового к более-менее веселому. Итак, буду открывать подарки и с волны здесь, и 64 подарки Санты. В общем, силовой у меня 14-й, если выпадет хорошо, все нормально. Этот 12-й падать у меня не хочет, ну и нормально. Модули у меня все 5-е. То есть я их не получу, ну и качать я их тоже не буду, они мне не нужны. Ну, не такой критичности прям в модулях у меня нету, что я прям так, говорить, вот так. Что еще из интересного? У меня сидит нефтебабл, он у меня 16-й, если качнется, то качнется. И оголек у меня тоже 16-й. Конечно, оголек имбовый, и действительно 20 уровня он очень навороченный. Мне уже отписался друг, сказал, что действительно урон плюс 20 имеет место быть. Это просто крутизна. Это просто крутизна. Жалко, что на его выкачивание нужно очень много прям ресов. Ну ладно, давайте начнем с самого веселого. Это с мелких подарков. Ну что ж, нефтебабл, качаться будем или не будем? Кстати, да, не показал, у меня 7-е сердце, возможно, выпадет даже сердце. Кто-то до 9-го даже прокачал сердце, если будет все нормально, то и я тоже, видимо, качну. Ну ладно, начнем с нефтебабла. Давай, нефтебабла! Не, ну это только бесплатки, ребят, я не собрался сюда тратить, у меня и так ничего нету, и вообще нифига нету. Я еще и тратиться сюда буду, я не знаю. Вон, я 4 подарка максимум, что я себе позволил, там, купил. Ну, конечно, сейчас нефтебабл выпал. Или сердце выпало с бесплаток, да? Ну, это вообще... О, 17-й бабло. Баблу, 17-й баблу. Ну, хотя бы один. Ну, глядишь, может, прокачаю лечь так же через 5. Ну, то есть, ну, я не буду, говорю, напрягаться по поводу этих подарков. Так, и оголек, ребят. Если оголек выпадет, ну, выпадет. Это честь и хвала, короче. По сути, 17-й оголек, ну, это вообще просто жесткач. Звезд, вон, насыпало 77. Да. Ну, это бесплатки. Че, говорит, с бесплаток ждать? Чтобы еще и оголек падал. Не, я не представляю, кстати, сколько, короче, надо, ну, на выкачивание. Все, нету больше. Ну, оголек 16 был, так и остался. Я говорю, качать я его не буду. Ну, то есть, с таким дропом, который я увидел, как бы, ну, я все сопоставил и посчитал, что, ну, нет, ребята, нет. На его выкачивание на около 80 тысяч звезд, а, тем более, короче, с невезениями. Ну, нет, нет, короче, это не будем. Даже напрягаться, короче, не буду. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас повыпадает. Выпадет ли у нас хоть что-нибудь вообще? Ну, скорее всего, не должно быть, да? А, забыл. Кольцо-то забыл. Кольцо-то у меня 7-е было. Кольцо-то я проворонил. Сейчас еще кольцо, кстати, апнется. Ну! Давай! Много чего надо, чтобы посыпало. Ну да. Как сказал мой друг МС, половина пустых. Вот смотри, сколько у меня. Просто нулевых, вообще никакущих. Даже вонючее кольцо не падает. Ну. Ну нет. Вообще просто жесткач, конечно. Самый, наверное, худший дроп из всех, которые есть, да? Девятое кольцо. Девятое кольцо. И одно кольцо только и выпадет. Серьезно? Это, говорит, это все, что ты заслужил. Не, ну это прям вообще, прям жесткач какой-то.
Многие, кстати, жалуются, что и модули даже не выкачали. Ну, многих даже и не упали. Если они даже продали их, то есть получается, ну, оставшиеся. Не, ну это прям вообще жесть. И десятое кольцо. Видимо, кроме кольца, короче, ничего не запланировано мне, да? Более. Нет, что-то еще выпало. Ёпт, печка десятая. Десятая печка. На 30 дней, ребят, по 24 раза в день теперь приносит. Ну, хорошо. Я теперь счастливый обладатель кольца всевластия и печки. А, Рокет 13-й, только про него сказал, что он, короче, не падает. Ну, ладно. Ну, короче, и пум! Ничего. Ну что ж, в общем, 10-й крионизатор, ребята, 13-й Рокет вылетел. Ну, неплохо, так скажем, не так страшно, как хотелось бы. Ну и на 90 дней, ребят, продлил я кольцо всевластия. Ну, самый, короче, неудачный. Он мне не падал тогда, и как бы, ну, его вот я не докачал. 90 дней. Силовой у меня остался 14-й. Слава тебе, Господи, что он у меня не упал. Я бы вообще облез, наверное, от счастья. Сразу бы такой, как это можно? Ну, в общем, прям, ну, неплохо, короче. Прям неплохо. Итак, два раза кольцо, крионизатор, один нефтебабл. Бу-бу, ну, конечно... Можно было бы и лучше, но, ребят, 10 тысяч звезд упало. 10 тысяч звезд упало. Думаю, не буду я их тратить на эти волны. Посмотрю, куда будет. Просто, ну, дроп, в общем, совсем отвратительный. Прям, ну, я очень боюсь вообще подарки покупать. И всем, кому я даже на оценках, я не советую вкладываться в эти подарки, если только нефтебабл не будете качать. Только чисто, я не знаю, за донат. Я вон купился, и эффекту нету никакого. Хоть бы выпал 17-й, тот же самый оголек. Даже с 20 подарков это уже бы был прям какой-то плюс. Ну, а здесь совсем ничего нету. Ну, это прям, это просто ужас. Ладно, всем пока. Ну, и как бы от вас комментарии, как мне, повезло или не повезло. Я вот, если честно, не знаю. Вот, я считаю, как бы, более-менее, но могло бы быть и лучше. Ну, прям что-то с удачей прям очень плохо.